Максим, это уже третье сотрясение за полгода. Ну, может, пора бросить бокс? Чего? Бросить бокс после трех занятий? Я не знаю. Ну, или соперников выбирать каких-то попроще. Это был не соперник. Это груша была. Я думал, она закрепленная, а она как даст. Слушайте, я должен вас предупредить, что после четвертого сотрясения вы можете стать... таксистом? Но вы же сейчас показывали таксиста. Нет, я хотел сказать, что после еще одного сотрясения вы можете стать дурачком. А. Угу. Так а чего вы таксиста показывали? А может, даже раньше. Ладно, давайте, пока медсестрички нет, мы вам давление померяем. Поработайте кулачком. Поработайте кулачком. Кулачком? Угу. Дурак, дурак, дурак. Простите, доктор, но я перепутал. Я... У нас в зале просто, если поработай, значит, поработай. Дурак. Да ладно, ничего, уже вроде остановилось. Дурак. В лаборатории бардак. Забыли еще кровь из вены взять, так что поработайте кулачком. Викочка, я за вас так испугался. За меня? Что за меня-то бояться? Вы же знаете, на каком районе я живу. Да, а вот у него, похоже, четвертое сотрясение. Так, что мне в лабораторию, кровь из носа нести?